Люблю морской воздух. Запах. Как приятно вернуться. Адрестия напоминает тебе о песне «Сирены»? На том корабле я занимала другое место. И думала о другом. У меня не было цели. Теперь у нас есть цель. Танцуй, куда мы плывем? Куда пожелаем. Осмотрел корабль. Потом плавал. Осмотрел, да. Команда. Да, Николаус. Не надо сбиться. Я должен знать все. Я управляю кораблем всю жизнь. Не волнуйся. Конечно. Я не буду исполнять приказы. И не буду. Но я капитан. Я хочу рулить. И решать, куда плыть. Это лишнее. И еще тот, кого на меня стошнит, труп. Справедливо. И это твой корабль? Ну да, Адрестия прекрасна. Виду и не скажешь. Испугался, братишка? Мечтай. И куда ты направишь эту руку? Туда, куда дует ветер. Уже близко!
Там моя жена разбивала вино с прекрасной ведьмой. Ну что, есть весть о моей леди? Если Леда жива, я найду ее. Нужно поговорить с ней. Добро пожаловать в мое царство. Здесь правлю я, Кирка из Океанит. Ты живешь здесь? Что же это я? Наверняка ты устал с дороги. Мы можем выпить вина, если ты сходишь за ним. Мне сейчас немного не до того. Я не прочь выпить. Схожу за вином. Следы зубов. Вижу, тебя мучает жажда. Что ж, царица, выпьем. Вот так. Последний глоток. Последний вздох. Мои слуги голодны.
Малака, моя голова. Где я? Кирка, я разорву тебя на куски и скормлю твоим свиньям! Смеешь угрожать царице? Ведьма вела список имен и трофеев. Этот браслет принадлежал леди. Shh.
Ну что, есть весть о моей леди? Я нашел этот браслет и много свиней. Я объясню. Это браслет Леды. Кирка превратила ее в свинью. Вернув себе свой облик, Леда отдала браслет Кирке, чтобы помнила тот случай. Ты, как всегда, прав, друг. Значит, мы на шаг ближе к тому, чтобы найти Леду. Именно так. Боги не стали бы лгать. Кроме Долоса и Апаты. Но не думай о них. Если Леда жива, я найду ее. Элла! На! Ну что, поехали. Вроде я на месте. Элла! Давай! Не подходи! Нет! Я пришел с миром! Не похож на других. Все меня обижать. Я тоже другой. Из-за этого меня всю жизнь преследуют. Ты не как все, как я. Друзья, я Полифем, ты Кроха. Да, Кроха. Полифем, я ищу женщину, которая была здесь. Давно один. Мне нужен друг. Други, ловите рыбку. Любить рыбу.
Я помогу тебе найти друга для рыбалки, а ты мне отыскать одну женщину. Пляж! Кроха увидит! Крохе понравится! Пойдем! Полифем. Полифем, это важно. Ее звали Леда? Кроха глупыш. Ее не звали. Она помочь. Такой, как циклоп с Кефалинии. Один его глаз был искусственным. Циклоп обижал Кроху. Обижал? А ты что? Я засунул его глаз козе в зад. Надеюсь, меня еще не заметили. Thank you.
Все, здоровяк. Теперь пляж весь твой. Рыбач на здоровье. Пляж красивый, скажи. Зависит от того, кто на него смотрит. Мне нравится. Нужен друг, чтобы вместе Полифем любить стихи. Попробовать. Ты говорить не какой кроха. Кроха. Я силен, как 10 воинов. Я мог бы поднять целую гору. Как Полифем? Тяжело не раздавить маленьких. А еще? Больше всего в жизни я люблю веселиться. Вино и пение лечат душу. С другом. Полифем любит петь. Еще? Мне бы хотелось быть рядом с семьей. Последний раз я был счастлив в детстве. Славные дни. И зачем я все это говорю? Ты умеешь слушать, здоровяк. Кроха страдать, как Полифем тебе. Как красиво, здоровяк. И вот еще твое. Пряности. Та женщина дать их. Других подарков у Полифема нет. Возможно, именно это я и ищу. Что ж, теперь ты можешь ловить рыбу. Нужен друг. Я не могу остаться, но ты должен кое с кем познакомиться. Еврилох, знакомься, это Полифем. Полифем, это Еврилох. Покажу пещеру. Покажи мне все, мой большой друг. Никогда еще я не видел берега столь великолепного. Я хочу посмотреть все. Кроха, но большое сердце. Тебе подарок. Возвращением! Команда! Капитан покидает вахту! Ну что, есть вести о моей леди? В пещере был человек. Эти пряности его. А, Леда! Думаю, этот человек был циклопом. И она сварила из пряностей зелье, чтобы у него появился второй глаз. Так все и было. Леда спасла циклопа с помощью волшебных пряностей. Верно. Нужно быть с ними поосторожнее. Вдруг у нас появятся лишние глаза. И все ради браслета, Авлоса и пряностей. Слушай, осажденные равнины. Там носят такие браслеты. Пряности вроде этих делают в землях Деметры. Авлос изготовил мастер, живущий у хребта Парнес. Все это в Аттике. Пещера! Все это окружает единственный вход в подземный мир. Это не совпадение.
Может, Леда там? Есть лишь один способ проверить. Вперед! Ты мог назвать меня безумцем, но ты и впрямь мой лучший друг. Пустяки. Вперед. Найдем Леду. Ну, как выглядит Леда? Я не видел женщины красивее. Темные волосы и кожа. Зеленые глаза, самоцветы. Выпив, любила подраться. Здорово. И это не все, мой юный друг. Не все. Столько лет. Я уже старик. Узнает ли Леда мое лицо? Но, Фобос. Ищу укрытие. Thank you.
нашу работу уже совсем не надо. Не стоит здесь оставаться. Здесь так много трупов. Это подземный мир? Алексиос! Леда! Стоять! Не подходите, убью! К
Кто вас прислал? Пеленос? Антикл? Тише. Нас никто не присылал. Ты все так же молода. Это подземный мир? Леда, это я, Варнава. Так звали моего отца. Этого никто не знает. Отца? Дитя, скажи, как звали твою мать? Так же, как меня, Леда Цитаки. Ты был прав, друг мой. Видения почти не лгали. Леда жива. Только это твоя дочь. Что за вздор? Докажите. Дитя, много лет назад мы с твоей мамой плавали вместе. В ту ночь, когда я лишился глаза, буря швырнула наш корабль на скалы. Леда была такой храброй, она связала обломки корабля. Я сказал ей, не переставай грести. Пока не достигнешь суши. Ты слышала об этом? Славно! Прошло столько лет. Мама сказала, что ты царь и погиб в бою с Гидрой. Ты должен знать. Мама, она... Я понял. Будем горевать вместе. Не хочется прерывать вас, но, Леда, ты угрожала нам. И там были тела. После смерти мамы дом стал моим. С тех пор меня донимали поклонники из-за денег. Ничего не добившись, они решили, что проще меня убить. Значит, ты защищалась. Мы поможем. Они не отступятся, пока не получат свое. Ты назвала два имени. Пеленос и Антикл. Они живут рядом. Я покажу, где. Пойдем вместе. Нас с вами никто не остановит. Верно. Вместе! В битву! Встретимся с Ледой в Элизии. Скажи, она вышла замуж? Да, он был славным. Был добр ко мне и к маме. Славно! Я молился, чтобы она была счастлива. И боги услышали. Будь осторожна. Мои дом и жизнь спасены. Благодарю от всего сердца вас обоих.
тебе спасибо, что осчастливила старика. Так где там вино? Что ж, жизнь наладилась. Что будешь делать? Защищать дом, наше достояние, в память о маме. Я думал, что ты присоединишься к отцу. Я встретил на Делосе женщину, Иолу. Познакомитесь. Боги прислали тебя, чтобы мы защитили этот дом. Я оскорблю и их, и маму, если уеду. Прислушайся к человеку, потерявшему семью. Такая возможность выпадает не всем. Не бросай отца. Папа, здесь и твой дом. Если ты однажды захочешь мирной жизни, возвращайся. Но пока сама Деметра не сожжет эти амбары, я знаю, что богам угодно, чтобы я была здесь. Как ты? Она сильная, как мать. Я горжусь ею. Вот бы она передумала. Все может быть. А пока, проплывая мимо этих земель, мы будем навещать ее. Thank you.
Здесь бдительные стражники. Мистий, могу я поговорить с тобой? Похоже, ты умнее других наемников. Возможно, умом ты не уступаешь самой Афине. А ты прямолинейна. Но это правда, Алексиос. Мы знакомы? Не притворяйся, что люди не знают о твоих поступках, хозяин Орла. У меня есть несколько поручений для наемника твоего уровня. Но если ты считаешь, что не справишься... Каких поручений? Для начала я хочу тебя испытать. Кто из богов опаснее, Посейдон или Аполлон? Ответ в ближайшей гробнице. А, загадка. Загадки многое значат, а за решение будет награда. Докажи, что достоин. Сходи на кладбище у святилища Афины и реши загадку. Хорошо, я решу загадку. Буду осторожен. Отнеси меня домой к отцу. Это в порту Кенхрей. Ах!
Верхом было бы быстрее. Разбойники. Они говорили о каком-то долге. Но я не представляю, что это значит. Ты не встречал их раньше? Если подумать, их лица мне знакомы. Сколько себя помню, на порт, где я вырос, вечно нападала шайка разбойников. Мы на месте. Дом отца. Как зовут прелестного спасителя? Алексиос. Рад встрече. Я Ликинос, афинский поэт. Приехал навестить любимых отца и брата. К слову сказать, Тимофей, я дома. Это прекрасный Алексиос. Он спас меня. А где... Отец мертв. Что? Убит несколько дней назад, разбойниками. И ты ничего не сказал? Нужно готовиться к погребению, пожалуй, тебе тоже. За спасение брата. Если ты так силен, как кажется, останься, мне пригодится твоя помощь. Ты только представь! Все скорбят по-разному. Твой брат тоже потерял отца. С тех пор, как Тимофей вернулся с войны, он странно себя ведет. Он бился за Афины? Да, недолго. Как и наш отец. Теперь они рыбаки, но отец уже нет. Потерпи. Оставлю думы Тимофею. Ты ведь наемник, верно? Я хочу отомстить убийцам отца. Не устал от кровопролития? Поэтому мне нужен Мистий. Проливать кровь вместо меня. Да и брат нуждается в помощи. Ладно, я помогу. Как найти разбойников, о которых говорил Тимофей? По слухам, их логово к западу отсюда, в разрушенном храме Зевса. Они заплатят за содеянное. Тимофей, тебе нужна моя помощь? Мой отец сражался на стороне афинян. Он заслуживает быть погребенным как воин в своем афинском доспехе. Но не так давно его выкрали из нашего дома. Я должен вернуть доспех? Нет, по словам моего отца, вор покинул город после кражи. У торговца должны быть афинские доспехи. Скажи, что это для Диокла. Они дружили. Я достану доспех для погребения. Thank you.
Нужно действовать осторожно. Нужно достать доспех для Тимофея. Тихо.